Как известно, компания ADATA является крупнейшим поставщиком модулей оперативной памяти и не только. Среди массы в целом безликих планок для использования в составе рабочих лошадок, ADATA, как и все крупные производители, выделяет отдельные серии, ориентированные на использование в геймерских и оверклокерских ПК. К числу таковых относится и серия ADATA XPG Extreme, в рамках которой предлагаются продукты с номинальной частотой 1600, 1866 и 2133 МГц, то есть ADATA XPG Extreme Series DDR3-2133X8GX16 – старший комплект в линейке. Продукт поставляется во вполне традиционной упаковке, прозрачном блистере, позволяющем хорошо рассмотреть приобретение, и голографическим вкладышем, на котором крупным шрифтом представлены характеристики комплекта. Алюминиевые пластины, в которые заключены модули, окрашены в беспроигрышный красный цвет. Помимо прямого назначения, распределения тепла, выделяемого чипами и рассеивания его в пространстве, пластины выполняют еще и традиционную декоративную роль. Крепятся они с помощью пластичного клейкого термоинтерфейса. Модули оснащены 16,4-гигабитными чипами производства компании Micron, что в сумме дает объем 8 гигабайт на планку. В целом продукт представляет собой хорошую альтернативу для использования в рамках мощной бескомпромиссной игровой или рабочей системы. Внушительный суммарный объем 16 гигабайт, гарантированная частота функционирования DDR3-2133 МГц и пожизненная гарантия. Все это безусловное достоинство комплекта ADATA. Немаловажно и то, что благодаря невысоким радиаторам XPG Extreme Series DDR3-2133X не будут конфликтовать даже с самыми крупногабаритными кулерами. Из бонусов можно отметить получаемый с комплектом бесплатно 60-дневный триал пакета безопасности Norton Internet Security.